Лох! Ну нет, ну не говорите, что есть вторая фаза! Ну нет! О-е! Дисклеймер! Доброго времени суток, дамы и господа! Добро пожаловать на канал Silverhead. Меня, как всегда, зовут Сережа, а это Nine Soul, и мы с тобой продолжаем ее проходить. И проходим, как ты можешь заметить, теперь на клавиатуре шмышкой. Шмышкой. Потому что на геймпаде я не тяну в такие игры играть. Так, Shift, Ешечка. Ешечка же. Да, Ешечка. Это у нас похилиться, это ударить. И мне спасибо, да, что подсказали, что я пропускаю много вот штучек с помощью вот этой фигни. Подожди, а на что у нас? А, блок у нас вот на это, я забыл, подожди. Обкакался немножко. Это не считается. Отдохнуть. Ух ты! Нифига он там в спину критует. Так, мне сказали, что да, бабочку нужно почаще юзать, подсвечивает, потому что она всякие ништяки. Не стоит их пропускать и упускать. А что это? О, 3D моделька какая-то. А, вверх, вниз, вниз. А! Подождите. А, та-та-та-та. А, та-та-та-та. А, та-та-та-та. Задумался. Точнее, залип и прошел, понимаешь? Умом. А, это в начале где-то пирамидка это, ага. Но я так понимаю, это не все, естественно. Потому что было бы слишком легко. Надо обращать внимание на всякие синие приколюшки, которые подсвечиваются, чтобы которые можно взломать. Потому что я не обращаю внимания, а там, скорее всего, много прикольного. Мне сказали, я уже вообще две такие пропустил. Алло? Говорит. Я знаю то, что ты слышишь меня, ублюдок. Хватит взломать мои системы. Я пытался быть вежливым. Придется прибегнуть к силе, чтобы с тобой разобраться. Это когда такой ремесленник, как ты, вдруг стал мастером боевых искусств? А? Это ехидство. Может, это правда ты? Ай, забудь, я не желаю разбираться. У меня уже чертовски плохое настроение. Все эти бесконечные тревоги его не улучшают. Послушай, в последний раз предупреждаю. Я вызвал стражу, и у этих машин смерти мутит к болтовке. А, к болтовне. А ты сам по себе. Воу-воу. Не понял, что. А! Так, теряю хватку. Очень много урона получаю ненужного. Прям очень много. Но это пока не разыгрался, это нормально, мне кажется. Ага, молодец. Ну, допустим. Тише, тише, собачка. Собака-колобака. Я бы, наверное, к фонтанчику сходил. А, все, можно пройти, то оно. Ну, нет, ну так же, подожди. Как будто бы это слишком просто. Так, а может она как-то где-то... Да, нет. А карта? Подробности? Вот в ту сторону можно пойти.
Но здесь она никак не проходит нигде, про? Ну, вроде нет. Отдохнуть. Надо как-то блок попрокачивать. А, подожди. А что, я теперь не могу подняться? Ну, серьезно? Мне опять все это пробежать надо? Это крайне тупо будет, подожди. Спокойно. Я просто не то, чтобы мастер... Мастер реакции насчет блокировки. Ать! Блин, то, что в спину такой сильный удар так дамажит, это прям прекрасно выглядит. Ну вон кокашка сверху ползает. Ну я здесь был, да? Да. Не, ладно, наверное, я не здесь пропустил. В предыдущей локации, наверное. Так, погнали. Мост отключен, активировать мост? Ну конечно. Я что, просто так это делаю, все? Здравствуйте. Это компания Oriflame. Что здесь? Так, панель управления лучезарной погодой. А, уведомление системы лучезарной погоды. Режим работы, режим сбережения с ограниченной выходной мощностью, текущий запас энергии 95. Для... Ух, тут сколько. Для удовлетворения энергетических потребностей проекта «Вечный котел» Солкуафу усовершенствовал соединение между колоннами, связал в единую сеть электростанций Кунь-Луня и создал энергохранилище, совершенно новую парадигму сбережения энергии. Вся эта энергетическая инфраструктура контролировалась из аппаратной лучезарной погоды. В процессе эксплуатации преобразованная корневая энергия может подаваться по всему новому Кунь-Луню, а избыточная сохраняться в энергетическом резервуаре для будущих межзвездных перевозок. Понятно. Что-то типа генератора, да? Так, ну здесь я чувствую босса. Да. Режим защиты активирован. Что ты такое? О, сейчас будет больно. Сейчас будет больно. Генерал Уингсхао. Ах ты, ё-моё! Нифига себе. Ой, ну это вот все. Ну вот, считай, серия посвящена этому бою. Ох ты, ё-моё. Дженерал. Бля, ну каждый раз это смотреть, серьезно? Нет, ладно, не каждый раз. Бля, ну вот это... Дай забирать души. Да. Что? Кстати, он не такой сильный. Ну, в смысле, у него ХП не так много. У того предыдущего, помнишь, который был с копьем? Мне кажется, он сложнее был. Ну, серьезно.
Я понимаю, ты сейчас скажешь, ну ты вообще два раза сдох, Сергей. Серебряная эта головушка. Но я ему... Я в целом понял, как против него драться. Не совсем понял. Ну ладно. Но вот это вот подготовка к бою, вот это зачем, кто это придумал? Кто это и зачем это придумал, простите меня? Да не ори! Я ж нажал. Дай-дай-дай попить. Вот он за спину ударяет. Видишь, я где мне надо это не забывать. Я обсираюсь там, где он бьет за спину. Я забываю, что у него атака проходит. Вот он стоит вот здесь, и у него атака такая. Оп! И вот сюда еще немножко дамажит. Сука, падла такая. Ах, хитрожопый конепес. Песоконь. Не знаю, кто ты такой. Я пиздец. В любом случае. Да! Вот, 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 об этом я тебе говорю. Оу! Да ну иди нахер! Блин, там еще поля сбоку эти, сука, которые дамажат. Неприятно. Энергетически вот этот пол начинает работать. Я тоже боюсь на него наступить, сука, и дэмэдж получить. Давай, давай, бля. И, кстати, гораздо удобнее парировать в прыжке. Гораздо удобнее. Воу-воу-воу, вот этого не ожидал я. А! Тихо. Нет. Ах, вот сука, вот ты прикинь, козел какой. Он спиной опять надамажил. Вот урод. Блин. Вот козел, ты посмотри, какая хахашка каневская. Иди сюда. Иди сюда, собака. Ну я понял, как с ним драться. Дай только забрать. Дай забрать. Да ты.
Вот, вот, видишь? Вот, вот, вот об этом я и говорил. А я забываю, что он этот мув делает. А? Вот, вон, вот, вон. А! Ну, сейчас я пожадничал. Он меня опять ловит на этой херне. Там еще, окей, Google что-то хотел от меня. Он меня ловит за, на вот этом ударе за спиной. Я не понимаю, какой просто именно удар бьет. Именно вот этот дэмэдж наносит. Я из-за этого путаюсь. Так, коняшка, ну давай. Ты вообще не крутой пацан. Дайте забрать. Иди сюда. О. Давай, давай, давай. Ха! Лох. Ну нет, ну не говорите, что есть вторая фаза. Ну нет. Я не готов к этому. Бля! Ну это ж не могло быть так просто. Конечно, конечно, ёлки-палки. Ой, ну давай, что там? Ух ты! Оу! Вот такого мы не ждали. Ага. А чё сразу вторая фаза? А, ну а чё сразу? Ну а чё? Ладно, первая пока лёг. Нет, тогда у него много хп. Всё, он резко стал душным. На эту херню я даже брать не хочу, честно говоря. Давай, давай, давай. Вот он, удар этот твариный. Вот он, сука, подлый удар. Так, ну давай, вторая фаза уже окей, хорошо, первая проходит спокойно, давай со второй теперь что-то думать. Пока не понимаю, как доджить копье, которое он кидает сверху красное. Оу-оу-оу-оу. Ну, прыжок же.
А, он с задержкой назад и потом бьет. Это вот надо запомнить. Надо, короче, с ним дистанцию держать. И во второй фазе пробовать его ловить на красные его атаки. Пробовать оглушать. Первую можно его прям рашить. На первую он слабый, можно рашить. А вот на второй уже сложненько. Но игра и вправду про парирование оказалась. Оу, подловил. Ай. Да. Вот это бесит, очень сильно вымораживает, что он не встает сам. Мне приходится типа влево-вправо нажимать, чтобы герой встал. И только потом ты можешь забаррировать, заблокировать. Ой, ну вот это вот. Вот эта заставка очень раздражает. Я даже думаю где-то пойти сейчас. Вот, видишь, о чем я тебе говорю. Ай, нахуй, в пизду, не хочу. Бабки проебал, надеюсь? Надеюсь, проебал. И больше их мне не отдадут. А, чё я хотел? А, я не могу левел у него забрать, подожди. Подожди. А, ну все. В принципе, можем сражаться с ним до талого теперь. Поехали. Ебать, ты погнал красно. Сука. Да ты мразь. Ну давай, так, вторая фаза. Во второй фазе пока не понимаю, что делать, не успеваю понять, что вообще происходит. Давай будем ловить на прыжках, на парированиях его. У нас просто больше вариантов особо нету. Аккуратно попробуем. Вот, сука, зарядил сначала. Отлично. Отлично, блядь. Падла. Слишком, ну, слишком непонятно. Недолго до второй фазы идти. Поэтому пока непонятки. Слушай, вот сейчас я, возможно, обрежу серию и уже тебе к финальной схватке своей выставлю. Ну, я пока, скорее всего, все свои смерти нарежу. И все такое. Блин, игра оказалась сложнее, чем я думал. Пошел я нахуй. Пошел я нахуй. Ага, спасибо. Больше всего меня раздражает не босс, вот боссы не раздражает. В целом обращение, наверное, будет к разработчикам, что зачем вы делаете вот, вот это вот. Вот это зачем мне каждый раз, блять, видеть. Это вот, это очень раздражает. Ну давай, давай, давай. Thank you.
Легко. 0 урона за первую фазу. Так, ну теперь погнали во вторую. Тут уже будет сложненько. А как? Оу! Ну нет! Ну, бля, подожди, а почему я ее не поймал? Подожди, да что за говно? Я очень возмущен. Я же прям вот ее хорошо должен был запарировать. Я не понимаю, когда ее парировать получается. Вот в этом проблема босса, понимаешь? Надо дойти до второй фазы, чтобы понять вообще, как его бить, блядь. Простите, вот даже почему сейчас не запарировано. Вот сейчас, ладно, окей, я обосрался. Ой, туплю. Меня дезморали то, что я должен дойти до второй фазы, чтобы понять, как вообще его дамажить. Не ори, блядь. Так, давай, иди отсюда. Так, надо сейчас как-то понять, как копье вообще доджить. Потому что пока что-то ноль понимания. В этом вся проблема на самом деле. Ну давай, давай. Нет, это я затупил. Так, тут все то же самое. Тут. Ух, блядь. А как доджить это? Понял. Значит, сделаем так. Ух! Не успел. На жадничах. А, ну блядь, ты козел. Да пошел ты нахер. Я понял, надо через shift уходить от атаки сверху через shift. Когда он надрачивает, ну, можно попробовать еще раз заблокировать, но лучше тоже через shift под него уходить. А, ну все. А в целом так же, в целом вторая фаза такая же. Что-то я зря перебоялся. Ну давай, мужичок, я готов. Ну, почти готов, ладно. Ай! Ай! Ну вот что, блядь, происходит? Почему мы не встаем? Давай.
Так, все, пошел нахер. Хоп-хоп! Уворачивайся! Хоп-х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 оп. Так, давай, ну, на фул захилимся. Попробую сейчас его поймать на этой атаке. Надо попробовать поймать, но, блядь, ну должно же работать. Заряжай. Вообще ему похуй. Сать. А! Ох, блядь, хилиться, жить. А как от нее доджить? Ага. А! А, что я сделал сейчас? Подожди. Я не успел шифтануть. Ну все, 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 понятно, ясно. Вторая фаза точно такая же. Только вот две плюшки появляются. В целом ничего сложного. Может даже вырезать ничего не придется, представляешь? Но если серия получится слишком длинная, все равно нарежу, естественно. Не кричи, пожалуйста. Ну зачем? Подожди. Подожди, подожди, мы так не договаривались. Ай-яй-яй-яй, ошибка. Ой, да ну. Херовый бой, херовый. Хочу быстрее во вторую фазу, поэтому много ошибаюсь. Давай попробуем чистенько, без ошибочек. И закончим на второй фазе с ним. Я надеюсь, не будет треть. Если будет треть, а я развернусь, пойду дальше фармить, качаться, что угодно делать. Третью фазу я точно не потяну, если она есть. Ну можно не кричать каждый раз, блять, ну пожалуйста. Оу. Не особо вежливо, молодой человек. Ну, опять же, блядь, невежливо. Ой, ну ты... А зачем я, блядь, стоял и хил? Как он долго эту трубку тянет, а? Не может просто такой... И все, и побежал дальше. Гадина такая. Так, все, замолчал, сосредоточился, погнали. Сейчас миллиардная заставка, просто вот это вот его крик замечательный.
Да ты можешь уже отъехать, а? Конь сраный. Подпедальный. Иди отсюда. Так, и у нас одна хилка еще. Хорошо, пожить, пожить. О, подхилила же нас эта штука. Точно. Это надо не забывать. Надо оставлять на вторую фазу. Не понимаю, как пока пику доджить. Вообще не понимаю. Ну как тебя доджить? Давай еще. Ух. Ну тебя нафиг, слышь, дурачок. Ай! Да ну встань! Ну что ты делаешь? Нахуй, я не знаю, как эту пику саную доджит. Ну что он, блядь, ну как? В куда прыгать? В пику прыгаю? Нет. На него прыгаю? Тоже нет. Куда ее доджить? В жопу себе ее может вставить? Сука, гадина, иди сюда. Оу, третий удар, я забыл. Ай-яй-яй-яй-яй! Ну, сука! Да ну... Бля! Ну почему уёбок не встает на коте? Такая тупорылейшая механика. Он просто станлочит, бьет второй раз, а я ничего не могу сделать. Вот это вот, вот, это вот. Вы любите, да, когда я страдаю в таких играх? Я понял вас. Типа игра про одну ошибку. Одна ошибка, и ты потому что ошибся. Давай, 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 иди сюда, пернатая какашка, вонючка, вообще писька, жопка. Давай попробуем к нему прямо в мели стоять. Посмотрим, что из этого получится у нас с тобой. Иди сюда, мой сладкий пирожочек. Ага. Но копье можно доджить, мили, из хороших новостей. Вот это вот. Кого? Какую хилку ты нажал? Ты чё, Сергей? Какая?
Какая хилка, когда в тебя копика, блядь, дрочная летит в жопу твою. Сейчас бы хилку выпить. Как он заебал орать, это просто что-то с чем-то. Пошел нахер! Выходи, сука, из угла! А-а-а! Говно собаки! А может не собаки, ладно. Я нажал! Нахер пошел, иди отсюда, бля! Можно сразу вторую фазу? Зачем? Подожди, настройки. Можно как-то скипать эти все анимации ебаные? Геймплей. Тряска камеры нет, во-первых. Какой нахуй сюжетный режим? Отстаньте. Почему нельзя выключить вот эти вот... вот эту вот всю хуйню? Чтоб сразу я пришел, начал бой. Пришел, начал бой. Это так дезморалит, потому что... Просто ужас. А то... Оп! Оп! А, пососешь жопу. Оп! Ай-яй-яй-яй-яй. Да ну какая хилка, ну почему он сразу прыгает, бля, хороший такой ран был сейчас, очень хороший ран. Пиздец, в натуре игра про одну ошибку, один раз ты ошибаешься на боссе, все, у тебя все по пизде идет. Ладно, собрался, разобрался, поехали дальше. Ошибок. Ноль ошибок. Надо больше хп, чтобы не убивали из пары тычек. Вот в чем проблема этой игры пока что. Ну, у меня в чем проблема в данный момент. Quick time event я уже начинаю привыкать. Хотя вообще ненавижу хуйню quick time event. То есть заблочь когда надо и все такое. Я прям ненавижу эту херню. Все, кто меня смотрят, об этом знают. Зачем? Я заблочил наконец-таки, блядь, я понял. Все, лох.
Вот в этот момент надо блочить. Ай-яй-яй, тихо-тихо-тихо. Коняшку, вот так вот! Вот так вот там! Вот так! Вот так вот эту коняшку! С первого раза, кстати, прошел, вообще не волновался, кстати, да. Ну, никаких эмоций особо не вызвал, довольно легкий босс. Да! Я просто объясню, почему у меня столько много эмоций. Для меня Quick Time Event, то есть, ну, многие знают такое, кто не знает, объясняю. Это когда тебе нужно вовремя нажать кнопку, чтобы, например, ну вот как здесь, вовремя нажать, чтобы запарировать. В целом, я не люблю этот жанр, я не люблю такие игры. На геймпаде вообще пошли нахуй. Но сейчас на клавиатуре мышки это более-менее получалось. Да, надо сходить на босса раз 10-15, чтобы понять, когда блочить, когда можно там воздушный урон ему блочить и все такое. Но это очень круто на самом деле. Эмоций много, это прикольно. Так, этот катализатор можно установить в трубку, чтобы усилить ее лечебный эффект. О, понял. Что ты лох на коне? Ясно, ясно. Так и скажи, что извините, сэр Сильвер, но я тут погорячился, оплошал. Нет, ладно, мы туда дальше даже не пойдем. Подожди, она у нас уже очень длинная серия. Ничего вырезать не буду. Как есть, так и будет. Она просто длинная. Сейчас просто сохраним, все, улучшим катализатор. Ну, блять. Надо взять себе скилл, чтобы на shift быстро бегать. Обязательно, потому что как-то очень грустненько вот так вот бегать. Ну нет, стой, ну, блядь, ну я боюсь, если я скипну, опять босс сольется, это будет грустно. Что? Кауфу. Тьфу. И все-таки ты прорвался. Не только взломал управление погоды, но и уничтожил Инджао. Как ты, черт... Кто ты, черт побери? Дай-ка мне отлить тебя, самозванец-наглец. Наглец, что смеет... Он прям толстенький, ладно. Давай-давай, вот такой голос. Что смеет противоряться моим погибшим другом? Другом? А, это? Это ты, И? Что? Это и правда ты? Ты живой? Едва. Исходя из твоей реакции, ты не очень-то рад меня видеть. О, небеса, я подумать не мог, что это вправду ты. Погоди минутку, я отключу видеокамеры. Друг мой, брат мой, не может быть. Неужто я сплю? Ты не погиб, не верится. Слава небесам, слава земле, слава Фусану. Я думал, что ты упал с той скалы. Даже видел записи камеры, как ты... Притормози, давай-ка отложим в сторонку дружелюбие. Сперва я хочу кое-что услышать. А? Ты в сговоре с ними или нет? Суси. В некотором смысле думаю, да. Все, что я могу сказать, это... За последние 500 лет, которые я провел в моем святилище жизни, не было ни секунды, чтобы я не вспоминал тот кошмарный день. Как заставил тебя мне поверить? Я правда ничего не знал, пока это не произошло. Я думал, что они пошли за тобой, чтобы вернуть. Что мы смогли сесть и все обсудить. Я даже представить не мог, что все так повернется. Клянусь, я ничего не знал, я ничего не сделал. В этом, думаю, и состоит мой страшный грех. У меня нет права молить тебя о прощении, если ты мстительный дух. Думаю, я это заслужил. Давай я не стану убегать. Что такое? Забудь, я понял твои обстоятельства. Тебя тоже лишили выбора. Кроме того, я так и не сдержал данное тебе слово. Будем считать, что мы квиты. Как? Ты взаправду меня прощаешь? Ого, с каких пор ты стал таким добряком? Последние 500 лет, похоже, тебя не пощадили. Эх, в конце концов, все это моя вина. Если бы я мог их остановить, все было бы.
Если ты искренне жалеешь искупить вину, помоги мне запустить все печати солов. Печати солов? Ты же не всерьез, правда? Правда просишь меня предать совет? Неужто вовсе нет шансов договориться? Ты слишком наивен. Они ведь уже показали свое истинное лицо, нет? Я пытался договориться, и вот я здесь. Ты прав, но... В тот миг, когда мы официально станем врагами совета, другие солы аж бегом помчатся по нашей душе, словно мы яблоки такие молодильные. И тебе прекрасно известно, что они вовсе не слабаки, братишка. Ну или так, или ты понесешь мое мертвое тело. Ну ладно, помолчим, давай помолчим. Ой, ну не смотри так на меня. Я намерен разобраться с ними по очереди, прежде чем они вообще сообразят, что происходит. А, ну у тебя все так легко звучит, а для меня это закончится смертью или того хуже. Ой, да хрен с ним, не спать нормально ночами и начинать. Не спал и не надо начинать. Да и это место больше убежища не назовешь. У тебя есть где безопасно разместиться, пожить? Да, павильон 4 сезонов в центральном ядре пока достаточно безопасен. Его прикрывают абак. Ладно, тогда я пойду. А ты хотел мою печать соло, верно? Она лежит в моем святилище жизни. Думаю, сможешь сам забрать. Как закончишь тут, загляни ко мне в павильон. Хочу вернуть тебе кое-что важное. О, наверное, какой-нибудь лук, потому что у нас что-то есть стрелковое вроде. Карта мира была обновлена. География персонажа обновлена. Надо будет потом про котика почитать. Мне бы сохраниться где-то, ну ёлки-палки. У нас время уже очень длинная серия получается. Когда вернусь, всем обретем знания и все такое. Бля. Когда вернусь, всеми обретенными знаниями буду помогать своему родному городу. Ты тоже из-за границы? И не говоришь, ваши ремесленники довольно известны. Отлично, эти инженеры теории подвинут нашу область семимильными шагами. Останься в совете, вернемся домой в лучах славы, как только мир будет восстановлен. Ну, короче, пухляш классный чел, я понял. Я буду следовать за тобой до того дня. Печать. Печать Соло. Высший символ влияния в Совете и ключ доступа к Кодексу Света. Доказательство власти Соло. На печать Соло изображено символ Дин, что отличает, что олицетворяет верность. Да дайте куда-нибудь... Дайте мне сохраниться где-то. Сюда? Я не знаю, куда мне просто надо. Нам где-нибудь в этот, в самоцвет залезть, чтобы сохраниться. О, в этот, в лотос. Так, карту сразу дайте. Это лотос? Может, здесь есть? У нас уже очень длинная серия из-за битвы с боссом. Ну и всяких этих, что не дали нам пройти. Блять, да ёлки-палки. Дайте просто где-то сохраниться. Ну давай в центральный узел, хрен с ним. Можно туда, где лотос рядом? Чтоб я не бежал черти куда, просто пош... Вот-вот, и в этом не, вот такие игры не особо люблю. Не везде можно сохраниться, да ёб твою... Так, муха. Муха! Взлом.
Короче, там прошло автосохранение. Давай сейчас проверим, где я сохранюсь. Я надеюсь, я вернусь просто к лотосу. Выйти в меню. Да. Так, начать игру. Да. У нас уже просто целый час серии. Это очень большая. Да, и мы здесь. Все, нормально. Здесь останемся. Все, продолжим в следующей серии. Ты знаешь, что делать. Лайк, подписка, комментарий. И все такое. Ну и там Телеграм, Твич, все дела. Короче, всех обнял, приподнял, покружил, без поставил. Очень долгая серия. Всем пока.